Так, пацаны, решил снова записать рейд. Нашел я детонатор. Ну, и от этой еще базы ни хрена не останется. Я вам так скажу. Один. И два. Бабах. Уй, а там челик. Вот Рика. Правильно, пацан. Что-то я не заметил его. Это типа чё? Он вышел! Он вышел! Серьезно? Он засал тупо. Братан, нахер ты вышел? Я только начал веселиться. Заходи обратно. А ну заходи, кому говорю. Все сломаю. Стилик. Клей. Вода. Ну, раз он вышел, значит он автоматом сдался. А это значит... Плак. Кроватки есть. Две заклеймлены. Круто. Так. То есть основной хабар у него может быть сверху. Хорошо. Тебя понял. Да лучше вот так бахать. Бам-бам. Кто второй чел зашел? Не вижу его. Не-не-не-не. Не буду рисковать. Вилетант. Чувак, вилетант. Мне кажется, еще одна сишка понадобится. Что ж ты будешь делать? Реально много надо? Или он так не рейдит больше? Не, ну если не рейдит, то это тупо. Бинго. Шкафчик. Ну и сейфы. Так, тут клейм флаг. Хреново, если честно. Стоп, тут точно клейм флаг. Сейчас буду. И. Он дебил.
дебил, он придурок. Он два клейфлага там поставил. И он не посмотрел, что тут... Ой, бля. Ой, чувак. Ты попал. Ты, мать его, попал. Стоп, стоп, секунду. Ой, дебил. 530 опыта. 530. И... типа обойма. Да. Так. Ну. Пахать по-любому надо так. И вот так. Ну. Devil's Bane. Не, фигня. Верня. Но оружие прикольное. Блин, зараза, не окупился. Уже щука. Да, теперь гранаты надо искать. Devil's Bane. Ну, блин, ради прикола заберу с собой. Он реально тупой. Так, я уверен, тот пацан вышел с этим, с нормальным лутом, так что я вернусь снова попозже.